тоже получится. Давайте, ребят, поедем. Поехали, поехали, поехали. Быстрее, быстрее, быстрее. Время в обрез. Понятно. Так, я крафчу топоры. Что, обратно дым попали? Да, 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 Паш, дым, дым. Подожди, я думаю, нету смысла, да? Это же идем на центр. Идем на центр. На центр. Быстрее, быстрее, быстрее. Ты мне писал дым. Все, я тут. Подожди, пожалуйста, поменяю. Так, так. Подождите, я топоров еще скрафчу. Откуда вы били? Мы начинали прям с самого верха. Стоп, назад, пожалуйста. Тиса, дай позже, он пишет. А не онлайн, ребят. Я не писал. Сюда, 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 где вы? Скажи. В смысле, мы идем. Вам надо было идти снизу, а не сверху, ё-моё. Мы вниз бежим сейчас. А вот, вот, нет. Это Вася. Это Вася. А, вот металка, да? Какой, слушайте, ломаемся. Кто из них Вася? Тихо, там есть он онлайн. Ребята, откуда нет, откуда вы пошли рейзить? Мы в самом низу, слышишь? Бля. А ты где? Идем к вам. Пошли же, блядь, под скоростью. Пошли, пошли назад, назад. Там металка, они развернулись и ушли. Так, стоим, давайте ждем. Да, вот это вот Вася. Подождите, я сюда еще сбегаю. Чего не рубите-то? Рубите, я, ребят, не брал. Вы рубите, рубите, да, мы на подходе. Быстрее они одеваются, ребят. Нормально, нормально, пускай одеваются, лут пускай берут. Паш, подходи туда. Так, я тогда ставлю тесаки. Да я уже с тесаками. Ладно. Ну подождите секундочку. Стой, стой, не бей. Рубите, вас же целая пачка там. Пошли, 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 пошли. Пачка. Мы на подходе. Вот. Давай, давай, к нам подбегай. А, нужно к центру прорубиться. Вам надо было вообще как-то... Рубимся, рубимся. Быстрее, быстрее будет. Пойдемте на центр с кем-нибудь. Ага, тут крепкий. Стоп, назад, 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 назад. Крепкий. Так, вот крепкий, да, каменька. Да это фигня. Короче, вы думаете, что здесь ну, дерево? Открыто, да? Да. Да. Фигня. Не, мы не того, не сюда пришли, мне кажется. Шляпа будет. А, смотри, главу мы вскрыли, там они, он тоже бомж. Тоже бомж. Мы левый. Получается, Дима остался, и вот левый. Там металка на всю базу. Там металл на всю базу почти. У кого? С левой стороны? Давайте кто-нибудь один, а то кипиш у нас. С левой стороны или у кого металл? Вот у этого тут металл. Ага, ага, я понял. О, а вот камень, почему? Это сколько кувалд надо будет срать? Ой, не знаю, если честно. Вот тут что-то деревянное. Сюда вот. Ай-яй-яй. Так, у меня крепкие. Пошли левого строя, там же мы тогда не вынесли лут. Левого? Да. Мы ж помнишь, его там бомбили. А у него нормально лута? Нормально лута? У них там полное дерево было. Мы камень по ему на. Блин, тут точно металл будет. Давайте, ребят, реально. Пойдемте на этого, на левого строя. Подожди, подожди. Еще что-то пробили? А, вот смотри. А, вот, смотри. Грабы начались. Грабы начались. И тут дерево. И тут дерево. Солома. Крабы открытые? Нет, крабы закрытые. А, вот. А, металл не достроил. Вот, металле, мне кажется, весь металл. Что надо идти? Сейчас посмотрим, попробуем открывать. Да нет, шляпа. Давайте, давайте, давайте. Ага. Нет, тут не тратьте отмычки. Нет, это фуфло. Я говорю, мы не сюда ломались. Пускай как хочет. Ну, скажи, чтобы бомжом пришел. Я не знаю, убьют его или нет. Ну, а, че, металл не будем бахать? Посох. А где ты видел? Вот металл. Это Дима. Это весь металл? Ага. Да, это все металл вроде. Давайте вот это пробьем еще, посмотрим. Он вроде как вдоль идет. Вон они бегают. Да-да-да. Да, это металл. Вот, да, это металл, все. Ну давайте. Так, опять. Сколько тут, на сколько? Вода, тут открыли, смотрите. Металл. А, ребята, они вон втроем. Они не пойдут никуда. А прорубитесь, прорубите сюда. Не надо, не надо тратить топоры. Да, да, это металл. Да, вот. Лучше. Вот это можно металлкой пробить. Захал, здорово. Захар, иди за бомбой. У меня просто энергии немного.
Нам надо в центр прорубиться. Давайте здесь еще помогите. Кто-то идите за бомбой, мы будем держать центр. Сахар, иди за бомбой. У меня на обратку не хватит. Вот он, ловите молот. Молот. Ах ты. Один вот тут остался, рубите вот тут. Вот тут еще. Один тут где-то. Он сейчас на гору пойдет. Ломаем центр. Нам надо в центр прорубиться. Так, пацаны, ладно. Ломайте, я иду за бомбой. Вчера, что тут? Пацаны, слышите? Да. Давайте центр. Вот тут куда? Не бей, по дверям лучше. Все, крепкие закончили. Все, минус крепкие. Сейчас подожди, у меня на почте где-то были. Накроем. Пятки, да? Да, у них пятки. Вот они с пятизарядками. Ну ничего страшного. Твои видео, походу, пересмотрели. Давайте. Но. Я тоже иногда смеюсь над этим. Ну все, они что тут ныкаться будут. А там центр. Центр тут. Пустой. Ну все, пускай. Захар, тебе хватает обратно? Да, ровно 20 бей, одна еще на код. Вот, смотри, там лут какой-то. Мы их сюда как-то вдвоем загнали, убили. Ага. Хотят сферу поставить, по-моему. Держите центр. Тут бегает. Нет, только не разделяйтесь. Надо вскрыть вот коробку, надо вот эту вскрыть. Это если мы разделимся. Есть топоры, надо вот эту коробку. Давай, вот. У меня есть. Поломанный, правда, но не знаю, насколько хватит. Вот так. Одну попробую открыть, посмотреть, что там. Семена. Вот так можете взять. О, бомбочки. Гвозди. Пошли, кто там бомбу принесли? Еще. Я несу, да. Идет. Пошли его встречать. Останьтесь, кто-то хочет, кто-то навстречу идите. Надо, знаете, что сделать? Надо вообще везде прорубить. Я тут прорублю простым топором, чтобы были входы. Дуб. Да, надо на сфере стоять. Да, на сфере, понятное дело. Надо Захара стоять. А где он? С какой стороны мы появляемся? Вов, с какой мы появляемся? Мы наверху. Наверху? Если что, иди в центр. Мы тут прорубим сейчас. Между главой и левым. Иди, я тут прорубил дерево. Так, сейчас через 40 секунд смогу. Энергия до них хватает. Бах. Бафуется на нас. Пускай бафуется. Они не выйдут оттуда. Нет, нас просто уже убивают. Ломайте двери, шум не ломайте. Это топоры. Были топоры. Ну все, у меня крепкий. Боже мой, вы-то... Центр держимость. Ой, блин, тут надо все, надо было напрямую выбить. Ну что, где ты там, братишка, время, день? 10 секунд. А, блин, я ж топоры, я с собой ресурсы. Сейчас ударю, сейчас пробью. Пробиваю. А, вы уже или куда? Все, бегу, ребят. Вот эту надо пробить дверь. Вот так. Гвоздики. Ребят, я захожу. Кричайте. Был провал. А где ты? Сверху? Мы там прорубили. Если что, подходи. Подходи сразу. Окей. У меня отмычки есть, я буду открывать, пожалуй. Вот здесь. Смотри. Вот тут место свободно. Чисто. Паша, отходи назад, давай еще. Где он? Где ты? Я зашел сверху, вот он, да. Между головой и левым заходи. Давай, мы встретим с Пашей тебя. Блять. Ну что, где ты там? Мы около металла. Все, сейчас подождите. Погодь, посмотрю, как там бахнет. Давай. 10 минут.
какой стороны бахать лучше? Я не знаю, думаю. А, один на сфере, почему? Почему вы все, блядь, ушли? Давай, беги сюда. А сами Лёша. Тупик. Где эти лабиринты? Назад. Где-то вот тут. А, вон там, ребят, в металле. Ворванули? Лол, Сань, я тебя перепутал, да. Ух ты, ё-моё. Всё, давайте, ломайте гробы. У меня отмычки есть, мне бы пооткрывать. Саня, контролем. Поменяйте. Вот отмычек нету на сферу, Сань. Да, тут бы с отмычек нить туда. Да, вон, у меня просто отмычки с отмычкой. Да не бойтесь, он... Чё, ему 40 тысяч будут платить, мам? Тихо. Захар, на сфере стань. Да я остаюсь, тихо. Ну вы рофлите, мы вдвоем не удержим сферу. Не бойтесь, они не пойдут. Один здесь у нас, значит вы 2-2 будете. Поэтому... А, открыла? Блин, блоки. Херач полный. Они не пойдут. Ломайте гробы и не бойтесь. Быстрее, 10 минут осталось. А, открыл? Один наш. Так, один сверху там бегает. Шляпа нафига не открывается. Я вылетел с голоса. Саня, к нам беги. Марихуана, что стоит? Не стой. Я вылетел. А, я понял. Это ты марихуана. Вова, да, скинь немножко. Мак, ты на чистаках? Он один здесь, он не пойдет. Если пойдет, он сразу сляжет. Открылся? Не открылся. А, понял. Отмычки берите, скинули там. О, ребят. Чё там? Открылся. Тесаки, молоты, бафайтесь. Берите там. Сразу проективайтесь. Я, короче, взял пару тесачков. И что еще? А, надо рядом открывайся. Да. Идёт. Это наш. Ты чё, ты меня сейчас так испугал? Пускай кидает. А, полиция, да. Ребят, он спрашивает, вторая бомба есть? Не, вторую не понесем, это... Ребят, что фул, давайте мы забьемся. Тут пока нечем забиваться, если честно. Понял. А где вы открыли? Вот тут угловой открыт, вот этот. А, у вас не показывает. Угловой верхний. Вот этот? Да. А, тут ничего нет? Ну так уже все разобрали. Мы сейчас забрали. Я не хочу там его открывать. Бог, не полез. Да не надо, он не пойдет, ребят, он просто отвлекает, чтобы потеряли время. Он не пойдет на целую кучу. А мы его вчера предупреждали. Есть отмычки? Жесть. Нет. Сань, беги домой, если что. Открыла? Пустой гроб. Да, у меня нет ничего. Так, перетаскиваем, может. Это что тут перетас? Ёлки-палки, они не открываются. Открыл. Понимаю. Ай, шляпа какая-то. Да, наверное, весь, знаете, что, наверное, весь вот в этой верхней металке. Наверное, да. Хотя, если бы мы взорвали ее, то думали, что тут весь металл. Ой, весь металл. Понимаете, как двойная сторона медали. Почти. Ребят, берите хоть блоки, вот здесь. Попробуйте его словить. Я тут открыл. Это надо обходить. Это надо... Хотя, знаете что, давайте я попробую. Я сейчас на молот пойду. Не, давай я уже бегу. А, ты уже пошел, да? Ты только на приседе выходи. Понимаешь? Дай-ка я... Так, сейчас молоты поставлю. А, вон, смотрите, он с другой стороны выходит. Так, там, ну там одна дверь, да? Все, словил. Блин. Почти. Ладно. Ну я попал в него, я попал. Ну да, я не знаю. Ладно, вот так чисто упрись типа на выход и нажимай идти.
страшно. Все, да. Открыла же Мири, а нет. Не открыла. Еще 4 отмычка у меня есть. Чё-то глюк какой-то был. А, этот зашел, я доминатор. Он голый. Конечно. Все. Я просил тоже по отмычкам. Но чё не ловил? Да он слишком быстро. Знаешь что, может я сейчас с другой стороны? Бля. Ладно, надо забиться просто. Хоть чем. Где тут блоки были какие-то? Все забрали уже, да? Угу. Так, сейчас сыграем. Калач пришел. Не, вот здесь блоки есть, еще берите. Пацаны, встаньте к Фирдаусу. У меня что-то залагало. Сейчас я попробую. А можете отойти, марихуана? Либо присядь, либо отойди. Типа, что вы ушли. А я сейчас на молоте его вставлю, попробую. Ну, если он меня видит, конечно. А, все. Блядь, я даже бальзам завязал. А он там сидит или нет? Угу. Он, вы думаете, я выйду? Ага. Ну, ты как бы выходил, если что. Не, наверное, не прокатит. Сейчас он попробует меня отпиздить, думаете? Да ладно, не, шляпа дело. Ну, забирайте тут хоть какой-нибудь, я не знаю. Вода! Что, тебе вода надо? Не, я попить. Если не забрали, то пресс нужно выпить все. А там тоже, да, есть. Не слышу, у них гробы тут на любой случай жизни. Ну да. Эх, да, не повезло.